Эта свалка перед многоквартирным домом на улице Первая Завокзальная разрастается день ото дня. Мусор сбрасывают жильцы дома и их соседи из частного сектора. Здесь у нас была вот эта вот чистота идеальная. Все мы следили за собой. У нас не было такой грязи. А сейчас вообще помойка настоящая. В деле фигурируют три управляющие компании и пара фирм по вывозу ТБО. Жители отказываются от услуг одних, не успевают заключить договор с другими, мусорные кучи увеличиваются. От контейнерной уборки отказались еще в прошлом году. Предпочли машины с задней загрузкой. В определенное время раз в неделю приезжает авто и собирает пакетики с отходами. Жители не готовы 7 дней хранить у себя зловонный мусор, поэтому предпочитают выбрасывать отходы на дорогу. Хотелось бы жителям сказать, жители, ну, имейте совесть, смотрите, здесь и дети ходят, и скорая помощь проезжает по этой дороге. И опять же, город за средства других жителей тоже вывозить эти свалки, то есть не может постоянно. Создавайте территориальные органы самоуправления. Добросовестные жители улицы инициировали проверку администрации. По результатам рейда выявлен ряд нарушений со стороны управляющей компании, с которой заключен договор. Контейнеры будут установлены завтра. Я еще раз повторяю, для многоквартирных домов недопустим бесконтейнерный способ сбора и утилизации твердых бытовых отходов. Специалисты управляющей компании уберут последствия людской нечистоплотности, площадку очистят, установят контейнеры. Но ситуация рискует повториться. Жители частного сектора как не платили за вывоз ТБО, так и не будут. Значит, вокруг контейнера будут расти мусорные пирамиды. Мария Авдеева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.